Школьная лига международного строительного чемпионата принимает заявки. Участвовать могут ученики с 8 по 10 классы. Сформируй команду из 2 человек и пройди регистрацию. Затем выбери одну из 4 профессий. BIM-менеджер, то есть специалист, который управляет информационным моделированием зданий, специалист по организации строительства, урбанист-эколог или архитектор умной среды. И возьми одну из климатических зон – умеренно-континентальную, атлантико-континентальную, арктическую или субтропическую. Предложи идею для городов будущего. Это может быть новый объект, строительная система или устройство, а может проект двора, квартала или города. Нарисуй свою идею, построй макет или создай объект в компьютерных играх или с помощью 3D-принтера. Финал конкурса состоится в октябре в Санкт-Петербурге. Победители получат дополнительные баллы ЕГЭ, суперприз 75 тысяч рублей и поездки по России по программе «Больше, чем путешествие». Заявки принимают до конца лета. Ссылку на регистрацию найдешь в описании. Международный строительный чемпионат учрежден в 2020 году. Он ежегодно объединяет соревнования специалистов сферы промышленного и гражданского строительства, деловую программу и мультимедийную выставку. Школьная лига впервые появилась в рамках чемпионата в этом году.